Светлана Подобедова не будет участвовать в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который стартует завтра в Алматы. Как сообщил ее тренер Алексей Ни, несколько дней назад спортсменка получила травму. Врачи поставили ей диагноз – частичный надрыв мышц верхней трети левого бедра. На восстановление, по словам медиков, понадобится около месяца. Добавлю, в соревнованиях примут участие 8 действующих олимпийских чемпионов. Из них трое – казахстанцы. Это Зульфия Чиншанло, Майя Манеза и Илья Ильин.